Завтра в Баку состоится грандиозный военный парад. Он ознаменует победу во Второй Карабахской войне и окончательное восстановление территориальной целостности Азербайджана. Больше нет и никогда не появится никакого Арцаха. Навсегда похоронены планы создания Великой Армении. Таковы реальные итоги 44-дневной войны, в которой военную победу одержал Азербайджан, а Армения оказалась разгромленной. Как передает канал 13, об этом написал в своем телеграм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко. Настроение в армянском обществе и армянских диаспорах – шок и злоба. Оппозиционеры хотят снести Пашиняна. Раздаются призывы о новом реванше, вместо того, чтобы навсегда отказаться от идеологического наследия горы Гинандже и территориальных претензий к своим соседям. Но пары ядовитого идеологического тумана постепенно рассеиваются, и уже даже от видных представителей парламента Армении раздаются призывы об установлении дипломатических отношений с Азербайджаном. Дай бог, чтобы таких здравомыслящих политиков было в Армении как можно больше. Сотни тысяч армян, которые завтра в Ютубе посмотрят парад победы в Баку, будут думать, как бы было хорошо, если бы во главе Армении стоял такой сильный, волевой и целеустремленный политик, как Ильхам Алиев, отмечается в публикации.